Привет, друзья! Готовить сегодня будем лимонный кекс. Рецепт знакомый, проверенный. Поехали! И за руками. Следите, да. Сразу разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия. Берем чашу для смешивания. Добавляем туда муку, сахар. Или можете использовать сахарозаменитель. Разрыхлитель. Немного соли. И обязательно лимонную цедру. Кекс ведь лимонный, значит лимон там должен чувствоваться. Берем самую верхнюю желтую часть, чтобы ничего не горчило. И туда же в чашу добавляем сливочное масло. Охлажденное сливочное масло, обязательно охлажденное сливочное масло, заранее порезанное небольшими кубиками. И теперь все вот это вот добро в чаше нужно перетереть пальчиками, превратив в однородную крошку. Работаем достаточно быстро, чтобы смесь не перегревать, чтобы масло не таяло. Все то же самое можно сделать вилкой, двумя ножами или вообще в кухонном процессоре. Здесь уж как вам удобнее. Я больше люблю пальчиками, есть в этом что-то медитативное, успокаивающее. Кроме того, помогает поддерживать на уровне мелкую моторику. Вот такая в результате получается крошка. Пока отставляем эту чашу в сторону и берем чашу поменьше. Туда добавляем молоко комнатной температуры. Яйца, тоже лучше комнатной температуры. Немного ванильного экстракта и немного лимонного сока. И все это хорошо перемешиваем венчиком. И теперь эту смесь яично-молочную, яично-молочно-ванильную, нужно объединить с крошкой. И это уже все перемешиваем с помощью лопатки. Долго ничего не мешаем, не перемешиваем, как только все соединится. Смесь, тесто для кекса готово. Смазываем сливочным маслом форму для кекса и выкладываем туда тесто. Сверху лопаткой разравниваем. Это невозможно вкусно. Пока все не съел, ставлю в духовку. Уже разогретую до 180 градусов. Выпекаться кекс будет где-то 55-60 минут. Следите, все должно подняться, подрумяниться. Кекс должен пропечься. Готовность можно проверить с шпажкой, зубочисткой, ножом. Втыкаете, достаете, если чисто, значит готово, можно вынимать. Пахнет просто нереально. Теперь кексу нужно дать отдохнуть форме минут 5. Тем временем без дела не сидим, не стоим и не лежим. Из оставшихся лимонов выжимаем сок, добавляем немного сахара, ставим на средний огонь, доводим до кипения и увариваем минут 5, получая лимонный сироп. Вынимаем кекс из формы, помещаем на какую-нибудь решетку и вот этим самым лимонным сиропом покрываем его сверху щедро с помощью кисточки. По бокам тоже наносим немного сиропа. И теперь остается только дождаться, когда кекс остынет. Или почти остынет, потому что в теплом виде он тоже очень вкусный. Хорош кекс и в остывшем, и в охлажденном, в каком угодно виде. Можно чуть-чуть подогреть и добавить еще шарик ванильного мороженого. Или взбитые сливки. А можно и просто так. И просто так. Это очень-очень вкусно. А, пахнет просто сумасшедше. Лимоном, ванилью. И он такой нежный. Такой весь прям воздушный. Это очень вкусно. Такой классический, правильный лимонно-ванильный кекс. Вот эта вот кислинка сверху, которую придал сироп, она просто необходима. Это очень-очень-очень вкусно. И срочно всем надо. А чтобы вы точно убедились в том, что срочно всем надо, сейчас приглашу дегустационное бюро. Только еще один кусочек. Съем. Очень-очень вкусно. Лёша! Иди пробовать. Бюро готово? Очень готово. Очень дегустационное. Надо понюхать сначала. Пахнет обалденно. Это лимонное? Я потому что я совсем не знаю, что ты приготовил, но пахнет очень вкусно. Такой вкусный. Прижимайте только один кусок. Такой вкусный. Прям мне очень нравится. И нежный. И воздушный.
и сладкий, и при этом воздушный, и при этом влажный, совсем не сухой. Ты думаешь, что ешь камычо, что хлеб в горле застревает? Нет, это не про этот прекраснейший кекс. Ой, извините. Очень вкусно. Всем, всем срочно надо. Я не могу остановиться. Вообще не вариант. Список всех ингредиентов вы, как всегда, найдете в описании под видео. Спасибо за ваши лайки. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь. Идеи подкидывайте. Все как всегда. И на канал не забывайте подписываться. До скорой новой встречи. Пока-пока.